Всем привет! Сборка мотобуксировщика практически закончена. Я подключил сегодня проводку. Регулировки предварительные все сделал. Остальное уже по факту эксплуатации буду смотреть, что где не так работает, где что требуется подрегулировать. В целом проект идет к завершению. Остается мне поставить капот, и можно уже сани цеплять и кататься пробовать. Вопрос открытый у меня остается с задней частью мотособаки. Что на нее установить, есть ли вообще смысл устанавливать какой-то ящик или нет, или просто рейлинг поставить, не знаю, пока до этого не дошло еще дело. Но что-то со временем придумаем. Сегодня покажу вкратце о проводке. Еще кое-какие изменения тут внесу в подвеску, в трансмиссию. Ну а в следующем видео уже будет полноценный обзор на то, что получилось. Значит, по проводке. Я сам не электрик. Заказал у своих друзей из Мастертехно, чтобы они мне собрали проводку. Получается ЧК безопасности, кнопка глушения, тросик и включение-выключение фары. Ребята мне все собрали. У меня получилось из вот этой гофры идет 4 провода, 2 на фару, 2 на чеку. Они мне все подписали. Изначально подключил фару, поставил вот такую катушку, прикрутил на массу двигателя. Получается следующая схема. Из катушки идет один провод с разъемом, и второй был вот такой вот красный с предохранителем. Это положительный плюс. Значит, взял первый провод из гофры, который шел на фару, подключил его на плюс. Второй провод подключил к плюсу фары. На фаре было 2 провода, там красный и черный, на плюс. Черный провод фары прокинул на минус. Вот сюда прикрутил. Фара работает при заводке. У меня сейчас аккумулятора нет. Завожу букс, фара включается, горит. Чем меньше этих всяких аккумуляторов, тем меньше проблем. Ну, в обзоре об этом расскажу. Чеку безопасности, значит, тоже из гофры 2 провода выходило. Один подключил на массу двигателя также, а второй внедрил вот в этот провод, который шел от глушилки. Вот сюда. И все, у меня теперь нажимаю кнопку глушения, все работает, чека выдергивается, все работает, и фара включается. Простейшая конструкция. Проводки ничего сложного нет. Единственное, конечно, что все заизолировал. Мамы, папы везде, где надо, все четко. Разъемчики. Все новенькое поставил. Пока нет у меня багажника рейлинга. Проводку так на соплях кинул сюда. Ну, типа, попробовать просто прокатиться. Еще пока не закрыл. Заказал как дополнительный ремень вариатора в Extreme Motors. У меня стоял Рубена импортный. Вот он. Он у меня бэушный был. 33 на 14. Заказал вот такой, в 2 раза дешевле. 700 рублей стоит. Но, по-моему, 30 на 14. Сейчас не вижу. Поставлю его, поюзаю, посмотрю, что из ремни, насколько его хватит. Заодно будете знать, где можно 2 раза дешевле ремни брать. А Рубен у меня будет как запасной. Ну вот, в принципе, все. Сейчас собираю капот. И можно сани цеплять. По капоту сразу хочу сказать. Клепанный капот на заклепках.
Насколько хватит, не знаю. Но заклепки поменять никогда не сложно. Что там? Высверлил новую, забабашил, если надо. У меня есть полнотелые, стальные, дюралевые, какие хочешь. На казанку вон ставлю. Те хрен разобьешь, это уж точно. А вот такая вот защита цепи, вернее, защита головы водителя от разрыва цепи. Если вдруг что случится, вот такой вот кожух, чтобы цепь не вылетела и по лбу не прилетела. На БТСе у меня был узкий он и забивался льдом постоянно. Этот вроде как здоровый, то есть забиваться сильно не должно, но эта эксплуатация тоже покажет. Капот реально железная железяка. Тяжелый, мощный. Фару я вот тоже в Мастертехно заказал. Тут стояла круглая у них предусмотрена, но что-то внешний вид мне ее не очень. И мне пришлось эту фару поставить, светит, конечно, круто, вынести ее по центру буксы, потому что у нее крепление такое сделано, что если я ее ставлю под откос, то она в небо светит и больше не регулируется. Просверлил две дырки, поставил ее сюда. Эти дырки теперь у меня здесь. И вот коцанная. Это мне по почте так прислали. Где-то при транспортировке по кораблю. Это что-то придется мне тут закрывать, не знаю. Или какую-нибудь наклейку за мамонию, или что-то, не знаю, еще пока не придумал. Внешний вид капота, конечно, оставляет желать лучшего. Капот к буксу крепится лаконично. Болтами. Надежно, я вам скажу. Ветром его не сдует. Капот не люфтит. Насчет дребезжания не знаю, проверим. Но за такой капот можно его как бы и снега вытаскивать. На конкретных болтах на 8. По капоту букса плюс, что он железный. По клепкам минус или плюс не скажу, пока не поезжу. Плюс, есть защита цепи. Вопрос, как она будет забиваться снегом. Плюс, что подкапотное пространство защищено от нагрева. Глушитель находится снаружи. Плюс, что снег туда не будет залетать спереди. На мой взгляд, огромный минус то, что двигатель никак не закрыт капотом абсолютно. Самые две беды, все про это знают, забивается снегом крыльчатка, примерзает, завести букс будет невозможно без того, чтобы его разобрать на морозе и протрясти весь. Второе, снег набивается в воздухан. Все засасывает туда, все забито снегом, падает мощность, начинается самоход при заводке. От этого капот не защищает абсолютно никак. Я для себя нашел вот такое решение проблемы. В Мастертехно у наших друзей заказал чехол на двигатель. Ну, чехол стандартный. Открывается, короче говоря, заправляешь, здесь заводишь. У него тоже есть небольшие минусы 2. Вот снизу здесь идет подсос основного снега. Тоже бывает забивается. Второе, с ним ездить нежелательно. Потому что двигатель получается в
режиме перегрева будет работать. Часто приходится останавливаться, остужать. Лучше использовать его таким способом. Сначала на мотособаке едешь, потом из ящика, когда остановился, достал этот чехол, одел, и там все оттаяло. Ну, конечно же, не относится к ситуациям, когда на ходу забивается все. И воздухан, и техника перестает тянуть. Вот такой вот танк у меня получается. Остается поработать с жопой, придумать что-то туда, какой-то багажник, и можно в бой. По подвеске еще скажу, заказал вот такую вот штуку. Она ставится под опору, чтобы гусянка не в провисе была, а по каткам вверх гусянки тоже катался. В принципе, длина гусеницы позволяет ее и не использовать, но я решил, разделаю все для себя, ее воткну, и лишним она тут не будет. Ну вот, в принципе, ребята, вот такая мотособака у меня получается. Все, что нужно, все у нее будет. Использоваться она будет чисто для поездок на рыбалку по накатным дорогам. Тяговитая, надежная, подручная. Остальное практика покажет. Когда я ее доведу до ума, все доделаю, будет на канале обзор на нее детальный и полный. Расскажу о том, где она будет использоваться, как она будет использоваться, в какой комплектации, на чем возить, что на ней делать. Вопросов задают в комментариях много, я их все фиксирую. И в обзоре на все эти вопросы отвечу. Ну а кому понравилось видео, не забудьте поставить палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Проходите на YouTube-канал, на сайт компании Extreme Motors, Мастер Техно. До встречи на нашем канале.